Отсутствие лидеров западных стран на параде в честь 70-летия Дня Победы в Москве будет весьма заметно. Причины, по которым они отказались от участия – аннексия Крыма и поддержка, которую Россия оказывает сепаратистам в Восточной Украине. Однако для президента Владимира Путина важно, что в Москву приедут главы многих стран Азии. Россия готовилась принять Ким Чен Ына в его первой зарубежной поездке с момента вступления во власть. Однако лидер Северной Кореи отменил визит из-за внутренних проблем. Экономические связи между Москвой и Пхеньяном расширяются, особенно после урегулирования вопроса с долговыми обязательствами КНДР с советских времен. К 2020 году объем двусторонней торговли может достичь миллиарда долларов, считает глава делового совета по сотрудничеству с КНДР Виталий Сурвин. Нынешний объем отношений торговых экономических связей Северной Кореи оставляет желать лучшего. Он незначительный, но он довольно сильно развивается в последние годы, и в 2013 году, и в 2014 году. И будем надеяться, что будет такое развитие в этом году. Хотя Южная Корея присоединилась к Китаю в решении не вводить экономические санкции против России, Александр Габуев обращает внимание на важность отношений именно между Москвой и Пекином. Учитывая сложные отношения с такими союзниками США, как Япония или Южная Корея, Китай становится единственным крупным партнером. И чем дольше длится конфронтация между Западом и Россией, тем больше значения приобретает российско-китайское сотрудничество. На фоне действия западных санкций Москва подписала с Пекином газовое соглашение на 400 миллиардов долларов. Президент Путин концентрирует внимание на экономике, одновременно пытаясь представить Россию в качестве альтернативы Западу и западной идеологии. Само положение России на евразийском пространстве предполагает ее роль как мощного фактора сближения западной и восточной цивилизации. Поэтому мы стремимся укрепить наши отношения со всеми странами АТР, активно участвовать в строительстве свободной системы торговли, в экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Эксперты полагают, что, несмотря на политическую напряженность, торговый оборот России с Западом в ближайшее время не уступит по объемам российско-азиатскому сотрудничеству. Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером России.